Друзья, всем привет! Небольшой влог. В общем, сегодня собирался на металлокоп. Шоха уже подготовлена. Ну, смотрю на погоду, то ли дождик собирается. А сами знаете, в дождь копать — это такая будет грязь, месиво. В общем, не знаю, может, поеду. Металлоискатель уже заправлен, все в порядке. Даже вон кошка дрыхнет. Подготовил багажник. Насос в дорогу, домкрат, топорик, вдруг костер делать. В общем, думал, будет небольшая экспедиция. Съездить на металлокоп, собрать немного монет. Здесь есть заброшенная деревня. Собрать немного монет, может, какие редкие вещи. Ну и так, металла немного собрать, килограмм 50. Вот сейчас думаю, ехать, не ехать, дождик собирается. Точнее, уже он пошел. Сейчас с утра была классная погода. Так что пока подожду, может, вообще не поеду, может, поеду попозже. Ну да ладно, поедем попозже. Сейчас я, знаете, что хочу? Вон, вытащил аккумулятор. Вон, видите, стоит старичок, запорожец, который я купил у бабушки. Стоит он уже давно, надо будет сегодня его оживить, запустить, прогреть двигатель. В комби стоит, все в порядке, пленка пока еще не отклеилась. Вроде как не выцветает еще. Но пока все нормально. Надо будет тоже в салоне прибраться. Здесь у меня ретро-чемоданчики, ретро-сундуки. В общем, разный хлам. Так, ну ладно. Сегодня видос не про него. Сегодня будем запускать Запорожец. Ой, вот он, аккумулятор. 17 килограмм. Надо еще дотащить. Сейчас поставим аккумулятор. Так, ну что, аккум я поставил. Сейчас давно его не запускал. Даже соскучился. Так. Главное, обратку не забыть, а то весь бензин утечет. Так, надо подкачать топливо. Угу. Не идет масло. Масло есть, масло полное, правда, немного темновато. Так, что-то не качает, шток, наверное, не попал. Ну да ладно, сейчас прокрутим. Надо еще с карбом разобраться. Блин, так я и не поменял, хотел от классики поставить, но здесь надо будет подремонтировать, у него этот заедает. Ну, в общем, ускорительный насос. Так, здесь бардак у меня, надо прибраться. О, так, ну вот я нахожусь в салоне, что-то сиденье близко. Да чего тут маленький салон, на классике больше, как-то все узко. Ну правда, это машина же для инвалидов. Так, ладно, что, запускаем наши ключики. ЗАЗ 130. Так, запускаем. А, вот. Все работает. Масло. Аккумулятор. Даже бак полный показывает. Хотя там ничего нету. Так. Сигнала нету. Пепельница. Книжка. Великая книжка советского машиностроения. Ой! Какая маленькая машинка. Так, попробуем сейчас отсюда подкачать. Ой, подсос неудобно здесь, конечно. Нейтралочка. Ну давайте тогда. Ага.
Хренов. Давай, давай. Братан. Нет, что-то наш старичок заболел. Кстати, смотрите, теперь у него свой номер 717. Если вы увидите на дороге вот этот номер, значит, это еду я. Также с той стороны. Так, что-то ни хрена не идет. Бензина, может, мало, надо еще принести. Где-то у меня еще была канистра. Так, отсюда попробуем. Как же долго его запускать, а? Да, это вам не инжектор. Блин, может, игла залипла. Бывает там такое. Клапан залипает. Не хочет. Обратка вообще идет. Нет? Угу. Бензин не поступает. В общем, смотрите. Отсюда крутанул напрямую, с обратки бензин не идет, значит, бензин не поступает. А в чем проблема? В чем проблема? Ладно, сейчас разберусь и включусь. Так, ну что, снял бензонасос. В общем, машина стояла там, я не знаю, там, может, недели две, недели три. И в итоге он уже не качает. В общем, звук-то есть, вроде как втягивает, но бензин вообще в канистре как стоял полный, так и это стоит. Так, ну что, вот наш пациент, сейчас разберем, посмотрим, почему он не качает. Ни хрена не пойму. Работал месяц назад. Вообще надо ставить... Сейчас разберем, посмотрим. Может, что залипло? Может, мусор попал? Он стоял целый месяц. До этого заводился, все нормально. Вообще надо покупать бензонасос Пикар. Он получше, чем вот этот. Это перегревается, все дела. Так. Здесь все чисто. Все аккуратно, все чисто, что ему надо. Это все новое я покупал. Ничего не порвано. Блин, дождь ливанул, хотел на металлокоп. Хрен там. Ну ладно. Сейчас посмотрим, что у него. Так, что там проблема-то? В чем проблема? Засранец, что ты не работаешь-то? Смотрите, как поржавело. Здесь чисто, а здесь как поржавело. Хотя было нормальное состояние.
Так. Все целое, все целое. Ладно, сейчас разберусь, посмотрю. Все почистил. А, подождите, надо здесь посмотреть. Может, здесь это забился он, может. Клапан там. Так, 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 так. Так, здесь все чисто. Так-то у меня фильтр стоит, правда? Он не должен забиться. Так. Все чисто. Здесь даже бензин есть. Правда, с мусором. Может, фильтр там поменять? У меня где-то новый был. Ни хрена себе ливануло. Ни хрена себе ливануло. Ха-ха, рыжик, ада. Ада. Быстрее заходи сюда. Ада. Быстрее, быстрее, быстрее. Ха-ха-ха. Сидит там под москвичом. Айда, вон, грейся. О, ты весь мокрый. Да, да, да. Блин, такой дождь пошел сильный. Ну все, ништяк, значит, поедем на оффроуд. У нас уже месяц дождя не было. Давайте собирать бензонасос. Так, сейчас соберу, короче, и попробуем его поставить на место и запустить. Так, сейчас будем ставить на место его. Попробуем. Будет и эффект разборки. Так, камеру куда поставить? Так, так, так. Блин, еще дождик пошел. Чуть все не вовремя. Ничего не вовремя. Так. Две гаечки на 12. И будет готово. Ну, на самом деле в такую погоду тоже хорошо. Я давно ждал дождя, чтобы устроить, так сказать, оффроуд. Да, оффроуд по грязи. Если погода будет такая, два дня идти, то будет очень много грязи, то будем устраивать покатушки. Так. Сейчас закрутим и будет нормально. А, все. Подтянул. Может, там шток не достает, хрен его знает. Да вроде до этого нормально все было. Надо помолиться и запустить. Блин, молоток по ноге упал. Так, шланг подачи, шланг обратки на место. Ох, он еще сильнее дождик зарядил. Так, ладно. Все подключил. Все подключил. Ну-ка. О. Руки в бензине, как у тракториста, хотя там солярка. Так, ну чё, блядь, забываю, что здесь подсос внизу. Да, видимо, не сегодня не мой день. Давай, ласточка, давай, давай, давай. Да, полный облом. Ну-ка. Бензин не поступает. Почему? Блин, дождик ливанул. Так бы еще там повозился. Сейчас дождь немного прекратится и пойду дальше разбираться. Я уже все теперь хочу завести, чтобы он это
У меня сегодня цель запустить его. Ладно, сейчас дождик немного поутихнет и будем разбираться. Все сделал, все поставил. Бензин качает нормально. Там, походу, это залипла резиновая прокладка. Вот, все поставил на место. Вот, смотрите, как качает теперь. Сейчас я быстренько покажу. Смотрите. Качаем. Видите, какая красота. Нижняя прокладка залипла к пружине. Так, теперь можно запускать. Давайте быстро в салончик. Почему она залипла? Может, то, что в жару стояла машина. А сейчас проблем не будет. Запускаем. О! Пол пенька. Так, еще разок. По итогу все, все сделал, все нормально. Так, ну что, ребята, все, запустилось, все нормально. Теперь можно выезжать, правда, ливень такой. Тут еще дворники, наверное, не работают. О, смотрите, что творится. Что-то настраивать надо. Это полностью трэш. Так, ладно. Там все нормально, нет, там сейчас. Так, и небольшое такое вам хотел показать творчество. Смотрите. Ну, типа как граффити, типа камуфляж. В общем, сделал вот такие вот треугольники всякие. Также здесь, смотрите, что получилось. Оставалось немного пленки. И сделал на одном крыле вот такой вот рисунок. Ну, под камуфляж. В общем, видок у него такой. Получился необычный. Так, давай, давай. Сдвинулся я с места. Вроде все работает нормально. В общем, завтра будет выезд, наверное, в лес поедем на нем. Устроим небольшие покатушки. Правда, резину надо сзади поменять. Сзади там у меня такая летняя стоит резина. Только меня вот волнует еще тормоза. Так-то они есть вроде. Ну, слабенькие. Ладно, сейчас попробую спуститься пониже. По итогу все, тормоза работают, слабенькие, но они работают. Это уже хоть какой-то плюс. Сейчас хочу разобраться с карбюратором, потому что что-то опять плохо он работает. Поставил пружину, но она жестковата. Сейчас сниму крышку, посмотрю. В общем, ускорительный насос опять тупит. Попробую сделать по-другому.
Там, скорее всего, манжета разбухла и плохо подается бензин. Ладно. Так, смотрите, укоротил насадку на глушитель. Вообще хотел ее снять, но так мне больше нравится. А то она была длинная слишком. А если съезжать по какой-нибудь горочке, можно, так сказать, сзади воткнуться не туда. Ну, в грунт воткнешься, и она будет мешаться. А так, видите, она и смотрится нормально, и не торчит. Так, ну что, в принципе, на сегодня все. Небольшой такой получился запуск. Карбюратор настроил, сейчас покажу, как он работает. Бензонасос починил. Так, ну что, на сегодня все. Бензонасос починил. Немного карп подшаманил. Слышите, как работает? Нормально. В общем, скоро поедем на покатушки месить грязь. Резину только надо поставить нормально. Я там посмотрю. Все, заглох, бензин кончился.